Жители Павлодарской области могут купить твердое топливо в кредит или рассрочку через банковское приложение. Дешевле всего закупать уголь прямо на разрезе. Стоимость тонны угля в регионе сейчас варьируется от 9 до 20 тысяч тенге, в зависимости от дальности доставки. Большинство жителей региона уже закупились углем. Количество реализованного твердого топлива составляет 315 тысяч тонн при потреблении в 430 тысяч. Прогнозируется, что в октябре закупки увеличатся. Стоимость угля на разрезах страны постоянно контролируется и проверяется. Чисто у нас очень много угольных месторождений. Это начиная от Богатыр, Кумар, Майкубе, Гамак, Кайнаман и так далее. И с ними мы заключили меморандум. То есть у нас уже порядка более 3 лет цена не меняется на угольных месторождениях. Мы каждый год ежегодно подписываем меморандум, и цена у нас сдерживается, осталась прежней. Проблем с углем в регионе нет, уверяет спикер. На угольных тупиках твердое топливо есть. Прошлогодние проблемы с вагонами были решены, и ежедневно проводится контроль данного вопроса. На тупиках у нас уголь имеется, и он разного сорта, разной цены. Если вам говорите, что дорого, вы можете взять дешевле, Богатырь. Если вам еще нужно дешевле, получше качество, Майкубе. Сейчас банки второго уровня проводят работу по продаже угля через свои мобильные приложения. Ержан Сауханов пояснил, что в стоимость угля на маркете будет входить его цена на ЖД-тупике, доставка и 10% комиссия от банка. Преимущество данной программы – это покупка угля посредством кредита на 24 месяца. Процентная ставка выставляется банком в зависимости от кредитной истории. Также имеется возможность обеспечения рассрочки. С помощью маркетплейсов жителям региона будет легче подготовиться к отопительному сезону. Твердое топливо они смогут приобретать прямо с угольного тупика без очереди. Ермек Сапаров, РТС Ахпарат.